Приветствуем всех на канале интернет-магазин пряжа-пряжа.су. Подготовили для вас красивый вариант твидовой пряжи с вкраплениями, и она подходит и для мужских, и для женских изделий. Посмотрим состав пряжи, цветовую палитру и также посмотрим сам образец узора. Подписывайтесь на канал, чтобы нас не потерять, и оформляйте заказ на пряжу, ссылка будет внизу в описании под этим видео. Давайте приступим, начнем с состава. Здесь 50 грамм в моточке, 180 метров. Так, и смотрим, что это идет 100% шерсть. Покажу поближе толщину нити. Посмотрите, она идет с плавными такими вкраплениями, темными и более светлыми. Вот, как раз видно на ниточке более такие бордовые вкрапления. Это мы смотрим цвет номер 109. Рекомендованный размер спиц 3,5-4,5. Есть более осенний цвет, цвет 108. Хорошо подойдет для жакетов пряжа, подойдет для аксессуаров. Можно связать на осень. Хороший вариант набор шапочка, шарф, снуд, джемпер, кардиган, жакет. Посмотрим цвета более темные. 104 серый. Здесь вкрапления идут более такие темные, черные и белые. Цвет 104. И есть такой коричневый, такой сливовый цвет. Посмотрите, какие вкрапления идут более такие апельсиновые. Вариант. Цвет 110. Серый у нас 104. Идем дальше в голубые тона. Голубой 113 и такой синий, красивый, насыщенный цвет 114. Далее есть вариант с бирюзой темной 115. Покажу вам вот для сравнения, рядом они у нас все. И розовый цвет 112. Здесь идут красные вкрапления, нежно такие желтоватые и более светлые. Образец связан цвет, посмотрим, номер 101. Это у нас такой бежевый идет цвет. И посмотрим, какой здесь узор, какой рисунок. Ажурный, такие бантики. И как смотрится в полотне. Полотно получается легкое, но очень теплое. Твидовая пряжа будет хорошо смотреться и в мужских, и в женских изделиях. Также можно связать и детский джемпер, детский кардиган, жакет. Цветовая палитра, как вы заметили, насыщенная. Есть и темные варианты, есть более светлые тона. Посмотреть полностью можно на сайте пряжа.су. Ссылку оставляем внизу в описании под этим видео. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Также оформляйте заказ на пряжу.